Я ехал целенаправленно в Славянск, то есть я смотрел обращение и Паши Губолева, и Стрелкова, и я понял, что сидеть нельзя. И на самом деле я был даже немного шокирован, когда увидел, что тут местное население, мужики, прошедшие армию, там, прошедшие хоть какую-то боевую подготовку, они сидят дома и ходят вечерами квасят пивасик, грубо говоря. Да. С одной стороны, естественно, это довольно смешно, как мне кажется, что такой маленький город, как Славянск, они не могли взять так долго. А с другой, какая там ни была армия, это все-таки армия. И ополчению тягаться трудно с ними. Но с другой стороны, у нас командование лучше, у нас и люди лучше. У нас, поскольку у нас все-таки добровольцы, у нас и боевой дух получше, и совсем другая атмосфера. Все закончится в нашу пользу, потому что, ну как мы можем проиграть? Ну просто, ну...